Очень сложно быть разрушителем морали в мире, где морали не осталось. Дэвид Боуи из интервью журналу Esquire. Я все коллекционирую. Я коллекционер. Я собираю интересных людей, идеи. Изможденный белый герцог. Зигги Стардаст. Майор Том. Многоликий и скандальный основатель движения «Глэм-рок». Мы были не в себе, и это работало. Он был одним из самых влиятельных музыкантов в мире. Главное было не забывать о том, чтобы делать то, что хочется, а не застревать на том, что ждет публика. И навсегда останется настоящей легендой. Весь мир следует за его фантазией, подстраивается под то, что он хочет. Он смог совершить практически невозможное. Документальный фильм BBC «Дэвид Боуи. Рождение легенды». Премьера «Памяти великого музыканта». 20 января в среду в 22:00. Только на Амедиа Премиум и в Амедиатеке.